И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Биви, да, антифриз. Сколько у Эвила еще заказов? Раз, два, три. Три заказа, считая этот. Да, мы продолжаем серию заказов Эзри Эвила, которые он ожидает с огромной надеждой. Да. Спасибо ему огромное еще раз за эти заказы, и вот он... Это у нас битмейкер, получается, один из один с комьюнити. И мы уже знакомились с его треком, не помню, правда, название, но это не важно. Познакомимся с еще одним, антифриз, который длится 3 минуты. У прошлого трека был хороший вайб, посмотрим, что будет сейчас. Опять же, интересно бы узнавать даты треков, чтобы понимать, какой это уровень, какой уровень был окружения у этого битмаря. То есть, типа, кишлак там условно 21 года или 22-го, все-таки отличие-то есть, блядь, да. Сами понимаете, нахуй. Вот. Или вообще 20-го, времен ПФС. Кто знает, да, вполне может и такое быть. Вот. По тексту вижу холодно-холодно. Окей, хорошо. Давайте посмотрим, что это такое. Чтобы заказать так же, как и Эзри Эвил, платно, можно по ссылочке в описании. Находите там Twitch, потом находите там донат. Все внимательно читайте и заказывайте. И вот хуякс появится в январе ваш заказ. Слушаем. Антифриз. От Эзри Эвила. Так, очень много будет, скорее всего, музыки, потому что 3 минуты так длится и маленький текст. Ну и по динамике пока что очень... Очень много сбитого вайба, очень много. Нету здесь полноценного трека. Под каждым видосом ссылка на Boosty, можешь поискать. Чё, бля? Это вообще 5 треков в одном. Абсолютно не связанных друг с другом. Окей. Опять же, вот если подумать... То же самое, что с кишлаком 21-го там года, там, АПФС. Люди слушают это не потому, что там качество какого-то хотят, да, не потому, что это, потому что людям хуёво, они слушают АПФС, там, находят себя.
да, и все отлично. Вот ради чего они слушают, им нравится этот человек, он с ними искренний, они видят в нем себя, они понимают, что они не одни, и так создаются кумиры. Грубо говоря, в треках не то, что кишлака, в треках АПФС есть вайб. Определенный вайб, под который люди торчат, условно, да. Тем не менее, он здесь есть. Здесь он сбитый. Очень сбитый. Вот раз, ты настраиваешься на одно. Потом хуякаешь сирена, блядь. Я такой, мальчик, ты где живешь? Я живу в Укра... О, понятно. Все, понимаете, вот так оно происходит. Осуждаю. Второй вайп начинается. Смотри. Окей. Что такое? Вообще другое. И причем тут еще конченый переход. В общем, дико скучно. Без цельного вайба. И максимум могу понять, почему кому-то нравится этот трек. Знаете, проведу аналогию. Вот у меня было так со Сквором. Обо всем и ни о чем альбом. Вы же, я думаю, все его помните. Вот, помните. Я послушал этот альбом, он мне зашел. Далее, через месяц, у меня в голове небольшой пиздец в рамках как бы того, что у меня... Я всегда был здоровый ребенок, там полноценный, в полноценной семье, и у меня с головой большой порядок. Вот стоило чуть-чуть что-то вот измениться, чуть-чуть. Все, у меня пиздец в голове пошел. Я такой, о, обо всем и ни о чем. О, тут в звуке тоже пиздец. Звучание... И я такой, о, все, это заебись, это мое, это моя голова. Могу предположить, что людям это может нравиться по той же самой причине. То есть, могу это трек у меня какой-то бессонница вайб. Вот, не знаю, возможно, ты вот как-то так успокаиваешься, потом просыпаешься, что-то такое. Вот, короче, какая-то вот бессонница, и вот людям может тоже вот этот хаос ебанутый, вообще неполноценность ебанутая может заходить. Тем не менее, 100% здоровым людям это вряд ли понравится. Типа, причем тот же кишлак может нравиться и здоровым людям. Я, тут пример, схик первый, я здоровый человек, мне нравится схик первый. У меня нет каких-то ебаных проблем, чтобы там, ну вы понимаете, да? Тем не менее, этот трек как будто, ну реально слушать прям нравится людям, ну без обид, как будто я бы вот думаю, что только с какими-то психическими отклонениями могут люди слышать. Не прямо психи какие-то ебанутые. Вот та же бессонница, это все равно, ну, не отклонение, тем не менее, это психосоматическое как бы расстройство, да, бессонница, если часто. Поэтому я думаю, что какая-то бессонница вайп, тем не менее, непонятный трек для меня и не очень звучит. Спасибо, тем не менее, за релевел. Надеюсь, что у тебя всего этого нет, и это просто послушать трек, чтобы послушать. Тем не менее, могу предположить, что это действительно что-то есть, и этот трек тебе может заходить. Могу предположить, да. Если кого-то оскорбил, сори. Я попытался вроде никого не задеть и объяснить свою точку зрения, да, как-то так. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Нравится вам он или нет. Если нравится, то объясните почему. Будет интересно почитать. Будет интересно узнать, если я не прав. Реально. Вот. Не забывайте, конечно же, про Telegram, Twitch и Boosty. Все ссылочки всегда в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.